Итак, всем здравствуйте на моем канале. Вот хочу показать такое приспособление для легкового прицепа на трактор Т-25. Вот такое я сделал. Почему я так сделал? У меня еще большой прицеп есть. Ну вот за тем, что он маленький и удобный. Допустим, мешки такие погрузить самому удобно. Этот уже нужно высоко поднимать. Этот маленький, удобный. И вот немного песка привезти или что-то. Вот я придумал такое приспособление. Вот перевожу картошку на хранение. Вот такое дело. Картошечка хорошая в том году. Урожай просто радует. Там видео я показывал, какая она. Крупненькая. Хорошенькая картошечка. Ну, в основном хотел показать вот такое приспособление. Очень легко и просто. Только купил это яблочко. И все. Ну, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр.